Цикл широкомасштабных акций в Бресте проводится четвертый год подряд. Первые в этом году профилактические мероприятия «Здоровое сердце – залог успеха» и «Предотврати болезнь – выбери жизнь» состоялись в стенах государственного предприятия «Госстройэкспертиза» по Брестской области. Не отрываясь от рабочего процесса, сотрудники получили консультации кардиолога, офтальмолога, эндокринолога, хирурга, уролога, маммолога. Медицинские работники приходят непосредственно на рабочие места, то есть чтобы не отрываться от работы, обеспечить минимальный уровень лабораторных исследований, минимальный уровень каких-то еще инструментальных исследований. Вообще, может быть, даже некоторым людям открыть глаза на их состояние здоровья, кому-то заострить внимание на состояние своего сердца, на состояние здоровья, на какие-то акценты по образу жизни. То есть, возможно, даже здесь люди получат ответы на свои вопросы. Кроме этого, мы еще как бы поддерживаем развитие другого профилактического проекта по профилактике онкологических заболеваний. Известно, что онкопатология у нас идет на втором месте по заболеваемости и по смертности людей трудоспособного возраста. То есть здесь можно получить консультацию и маммолога, здесь можно получить консультацию хирурга, то есть есть достаточно широкий спектр. Кроме консультаций медиков, сотрудники предприятия могли измерить внутриглазное и артериальное давление, определить уровень глюкозы, гемоглобина и холестерина в крови, сделать УЗИ сердца. Я как руководитель стараюсь, чтобы наши люди получили условия работы на своих рабочих местах, достойны того, чтобы сохранить свое здоровье. Кроме этого, мы ежегодно участвуем в различных спартакиадах, которые проводятся на нашем предприятии, которые проводятся главком, которые проводятся госстандартом. Ну а уже как самый завершающий этап, все-таки нужно следить за своим здоровьем и проводить его диагностику, что если есть какой-то сбой, чтобы своевременно можно было это определить. Я ушла на заслуженный отдых, но организация вот не забывает своих ветеранов. Пригласили вот в том числе на эту акцию. И я как раз собиралась идти к врачу, и вот тут вовремя мне предложили. Очень удобно всех пройти врачей. Что большое спасибо нашему руководству за то, что заботятся о нас. Да, не всегда у каждого из нас есть время посетить поликлинику для контроля того же уровня сахара в крови или артериального давления. Благодаря проведению профилактических акций сотрудники разных предприятий без отрыва от производства узнают какие-то аспекты своего здоровья и в последующем уже не откладывают поход к врачу в долгий ящик. Виктория Нечаева, Эдуард Букунович, Александр Макаревич, телекомпания БукТВ.